Успеть помочь. Чиновники, спортсмены, школьники и журналисты сегодня собирали деньги для онкобольных детей. За работой волонтеров, среди которых были и ведущие телеканала «Донбасс», наблюдала Ася Рынкова. Успеть помочь. Под таким лозунгом в одном из донецких торговых центров сегодня собирали деньги для онкобольных детей. Старт благотворительной акции дал губернатор. К рядам волонтеров Андрей Шишацкий не примкнул, но ради маленьких пациентов пожертвовал своей зарплатой. Добрый путь, в добрый час. Ну, мой взнос – это заработная плата моя. За месяц это 9300 гривен чистыми я получаю. Среди волонтеров – школьники, студенты, журналисты, общественные деятели и даже маленькие ангелочки. Добровольцами стали и ведущие телеканала «Донбасс». Будьте здоровы. Ну что ж такая гривна упрямая. Все, спасибо вам большое. Всего доброго. Сбор средств пазликом и добродеей в считанные минуты превращается в фотосессию. Запечатлеть себя со сказочными ведущими жаждут не только малыши, но и взрослые. Приняли участие в нашей акции? Да, и не один раз. И уже не один раз. В роли волонтера сегодня дебютировал и ведущий «Времени новостей Донбасса» Сергей Грунов. Очень хорошее место мы себе нашли здесь. Много людей, много добродушных людей, все помогают. Вслед за новостями на помощь маленьким онкобольным отправилась ведущая «Вопроса власти» Светлана Прудникова и директор телеканала «Донбасс» Юрий Сугак. Спасибо вам большое. Всего наилучшего вам в этом году. Наш опыт собирания денег, он уже не первый год. И вместе с донецкими новостями, канал «Донбасс», мы традиционно перед Днем Святого Николая собираем деньги, и в том числе в этом центре. Так вот, я хочу сказать, что уже люди начинают привыкать. Нас тоже начинают уже нормально относиться к людям, которые ходят вот с такими коробками. За несколько часов акции коробочки волонтеров наполнились купюрами. Спасибо тебе. Онкобольным деткам помогите. Что тут обсуждать? Это нужное дело, понемножку, но поможем детям. Сумма, собранная во время акции, станет известна во время телемарафона «Успеть помочь», который стартует 19 декабря в 16:00 на телеканале «Донбасс». Ася Рынкова, Александр Грянко, телеканал «Донбасс».